Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели практические занятия с призванными по частичной мобилизации из Республики Коми. Боевое слаживание в учебной части Мурманской области проходит сразу несколько команд. Наши земляки передают привет родным, обещают, что справятся и вместе выполнят свой долг. Ольга Коняева передает из Мурманска. На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота практические занятия по применению артиллерии для призванных по мобилизации из Коми. Здесь несколько команд, как говорят сами, через 5 рукопожатий знают друг друга. Не один я и Александр, нас еще больше, с одной деревни призвали. Ну как-то встретились, обговорили все и решили, что все будет нормально, все справимся. Естественно, родные переживают, также желают скорейшего возвращения домой. Но мы тоже не падаем духом и все придем обратно. Это наша обязанность. Организована подготовка на нескольких учебных точках. В ходе занятий наши военнослужащие под руководством опытных инструкторов с боевым опытом осваивают вверенную технику, вооружение, стрельбу из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Занятия проводят ежедневно. Стреляем также с автоматов. Но автоматы в целом нам не пригодятся. В основном у нас идет артиллерия. В целом нам все устраивает, офицеры передают свой опыт, те же, кто и прибыл из спецоперации. Первый раз мы стреляли из рапир 105 мм. Ощущения были очень такие зашкаливающие. Подготовка проходит замечательно, всему обучают, показывают очень много. Подробно рассказывают, показывают. Изначально нужно слушать своего главнокомандующего, офицера и следовать его указаниям. Проводится подготовка из закрытой огневой позиции и с открытых огневых позиций, чтобы вести огонь прямой наводкой. Люди приехали все с осознанием того, куда они ехали. И понимают, что их ожидает и для чего все это нужно. Особое внимание применению в современном артиллерийском бою беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, что позволяет видеть обстановку в режиме реального времени и вести корректировку огня. Сейчас ты набрал 108. Вот высота у тебя. Угу. Вот, соответственно, дальность от тебя. Помимо артиллерийской, практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке и вождению боевых машин. Призванным по мобилизации сразу выдали обмундирование, индивидуальные средства бронезащиты, личное стрелковое оружие. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».